Фруктовые чипсы, пастила, натуральный мед. Ольга Немыкина из Белгородского района производит полезные сладости. В 2023-м она окончила школу фермера по специальности агротуризм. Работу признали лучшей на курсе, делится. Проект дал много полезных знаний и помог влиться в профессиональное сообщество. В этом году девушка снова стала участницей школы. На этот раз решила освоить направление органическое производство. Мы занимаемся переработкой ягод, и у нас есть яблоневый сад, соответственно, эта тема тоже актуальна. Это возможность познакомиться с фермерами, также это, безусловно, знания, бесплатные знания, вот, которые позволили нам развиваться. А еще в прошлом году Ольга получила грантовую поддержку на развитие бизнеса. Лучшие проекты по итогам каждой волны мы поддерживаем финансово. Белгородская область, она одна из лидеров в отрасли ЭПК. Люди хотят повысить уровень своего профессионального образования в отрасли, чтобы более эффективно работать в этом сегменте. Потому что рынок очень конкурентный, и здесь без доп. Образования, к сожалению, не обойтись. В нашем регионе школу фермера проводят в третий раз. Дипломы о переподготовке уже получили 70 аграриев. В этом году обучение по двум актуальным для развития регионального фермерства направлениям – сельскохозяйственная кооперация и органическое производство. И на сегодняшний день эти два направления, они представляют интерес, они востребованы среди сельхозтоваропроизводителей, мы видим их перспективу. Я уверен, что КПД и эффективность от прохождения данного курса будет очень высокая. Данные направления, они особо проблематичны с точки зрения аккумулирования объемов произведенной продукции, ну и, соответственно, как бы продаж этой продукции. Для участников – лекция от опытных специалистов, также выезды на ведущие хозяйства региона, обучение до 3 месяцев, после – защита бизнес-плана. Главное – дать фермерам необходимые ценные навыки. По ведению производства продукции, по ее сбыту, по кооперации и развитию внутренних связей для того, чтобы сократить логистические издержки. В 2024-м в проекте 33 субъекта. Обучение пройдут около 950 человек. Это новые идеи, новые эффективные решения, главная цель которых – рост всего сектора АПК. Анна Свидовская, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.